Добрый день, дорогие подписчики IGM, с вами Лестер и... И беги, сука! Церковное чудовище какое-то меня настигло! Беги, мразь! Беги, мой чувак! Дело в том, что я тут просто шел, гулял, значит. А, закрыли! Закрыли проход! Иди в жопу! Сука, вали ее! Мудак! Это жопа какая-то, просто... Я не знаю, что это за босс такой, церковный чудовище. Я шел и просто мне путь такая херня переграждает. И типа, смотрите, как я умею нападать. Да что ж ты... Я даже попасть по нему не успеваю. Это, сука, уходит еще, уклоняется от тебя в сторону. Да бей ты его! Чуваки, отпусти, 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 пожалуйста. Так, я понял. Помощи ждать неоткуда. Хилься. Пожалуйста, в сторону. Не... Да что ж ты? Уйди. Уйди в жопу. Хилься. Пожалуйста, не надо меня убивать. Скотина. Ведь, кстати, я бой-то уже достойный так более-менее дал ему. Сука! А-а-а! Умри, паскудистое говно! Все, чуваки, жизни у него не так уж и много. Нет, много так-то. По факту он по мне попал. Уходим. Уходим! Да как ты... Ты по что меня, сука, бьешь? За что вообще? Я не понимаю. А, сука. Это как раз, знаете, ребят, чтобы вам было понятно, босс находится на мосту, где собаки. А вот эти две крупные. Там, помните, вдалеке... Там, где еще чувак такой блатной стоит. Я говорю, к нему не пойдем. Я, знаете, такой думаю, да ладно, если он уж... Что это за харя? Что, она похилилась, что ли? Так. И вот я туда чуть-чуть подальше прошел, тут... Церковное чудовище, мать его, встретил я. Уходи, братишка. Уходи, уходи. Ну что ж ты? Как он у меня задевает вообще? У меня 13 хилок осталось. Так. Пожалуйста. А, я-то по нему задел. Пол жизни тебе осталось снести. Паскуда. В сторону. Так. Получат. Уворачивайся, сука. Уходи, мой друг. Укатывайся в сторону. И он меня зажал. Так. Фух. Чуваки, если я сейчас... отвечаю, бью в первый раз его. Я просто шел, думал, погуляюсь. Спокойно. Оно отходит, сука, еще назад. Я думал, я спокойно сейчас пройдусь, дойду до того босса. Помните, охотник, который мы с вами встретили? И думаю, вот возле него уже, думаю, и начну. А хер там. Начал, блин, возле него. И отходи, 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 отходи. Фух. Иди сюда. Паскудистое говно. Кто тебя такой... создал-то? Нет. Сука, укатывайся, мой герой. Хилься. Так, я понял, понял. Восстанавливаем хилки. Вернее, не хилки восстанавливаем, а... Бей, сука, его! Эта тварь, она отступает еще, друзья. Сука...
попадаю. Так. Отходим. Иди на меня. Фух, ребят. Церковное чудовище, тоже мне. Это поп, что ли, какой-то? Я счет не понял. Церковное чудовище. Так. Хилимся. Сука. О, 210 срубил. Умри. Я тебя в жопу захожу, смотрите. Я понял, главное, весь, вся фишка этого говна, чтобы его победить, нужно сзади держаться. Только не очень получается. Фух. 8 баночек осталось. Ну, в принципе, друзья, вот эти хилки восполнить вообще не проблема. Сука. Бей его, что ты встал, мой чувак. Так. Умри. Умри, ты тебе его. Уходи, уходи, уходи. Насрать, похилимся. Я должен успеть похилиться еще. Ребят. Хилься. Все. Ну, сука. Жесткач просто. Давай, бей его. Да что ж ты не бьешь, ты, сука, встал, смотрит на него. Добыча уничтожена, вашу мать. Значок охотника с мечом. Церковное чудовище, вы получили приз. Чуваки, вы, во-первых, посмотрите на моего персонажа. Какой он потрясающе выглядит. И лампа, фонарь, я могу здесь похилиться. Ребят, давайте. Просто. Так, пожалуйста, зажечь лампу. Зажигай, все, ребят, это классно. Давайте вернуться в сон охотник, там, друзья, прокачаемся. И, в принципе, что ж, это было круто, ребят. Во-первых, босс полегче, чем в Dark Souls, сразу скажу, но драйв, адреналин, это просто на высшей степень, короче, охеренности. Фух, ребят, битва была нелегкая, но, тем не менее, давайте, добро пожаловать, дамы, давай, все, что я желаю. Я распределю. Во-первых, стойкость нужно качнуть, ребят. Это вот, сука, однозначно. На единичку мне необходимо останется. Вот, смотрите. Вкачаем стойкость до следующего уровня. И сейчас хочу еще у торговца посмотреть, что полезного может есть. Купить предметы. Какое у тебя оружие есть, братан? Во-первых, мне, знаете как, пузырек крови бы не помешало. Особо пузырек крови восстанавливает силы. У меня сколько пузырьков крови? А, у меня 20 после босса. Все восстановилось. Отлично. Тогда смотрите. Оружие. Молот. Меч. Для правой руки. Для левой. Магазин и пистолет. Не, пока мушкет я покупать не хочу. Вот это вот. 105. Молот. Меч. Удары. У меня сейчас моя штука наносит удары 107. Прокачанная. Поэтому... Ой, зачем я... Понял. Давай купим предмет. Давайте пока, в принципе, посмотрим. Может, что... Молот-меч. А что мне для него не хватает? Силы. 16 силы требуется. Ладно. Со временем я ее прокачаю. Спасибо, что продал мне. Продали мне, братаны. Я вас люблю. Чмоки-чмоки. Затем сейчас починим слегка. То есть реально потом, ребят, как силу вкачаем, а подпрокачаемся, молот, меч вооружим, потому что реально штука, наверное, толковая. Так. Починить. 78, окей. Так, починили мушкет. Пока чинить, в принципе, не требуется. Что ж, прокачать оружие тоже. Если у нас есть молот, меч, я лучше потом его прокачаю. А затем давайте отправляемся. Зажгли мы лампу, большой мост. Проследуем подальше. Все, Bloodborne, ребят. Ребят, в принципе, смотрите, дорога у нас значительно сократилась к тому охотнику, потому что, ну, сами понимаете, во-первых, сократилась тем, что мы вообще сейчас нашли еще одну лампу. Теперь черта того запалили, завалили. Теперь мы можем появляться не в самом начале нашего пути, считай, а реально вот уже на этой лампе, и это значительно сокращает. А наш путь и вообще
наши странствия. Клево. Что я еще могу сказать? Давайте, появились. Тутный пуль. Ладно, давайте еще похилимся. Мне интересно, вы мне дверь откроете сюда? Нет. Нет. Что ж, по сути, знаете, как я так полагаю, церковное чудовище надо было убить чисто ради того, чтобы получить доступ вот к этому... к этому фонарю. Ну, я не против, ребята. Реально отсюда лучше начинать, чем хер знает откуда. По сути, тут навстречу мне только две собачки и вот это вот говно. Давай. С птицами. Давай, 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 иди. Я ваш... Чё, слышишься меня уже? А чё так? Ребят, может быть, знаете, как чисто мое предположение. Может быть, потому что мы убили церковное чудовище, они теперь ссутся на меня нападать. Смотрите, он реально отходит от меня. Так. Так, иди-ка сюда. Нет, они не ссутся, ребят. Нет, смотрите, реально подсыковывает теперь. Так. Иди, иди, не ссы, братан. Я тебя особо-то не обижу. Шучу, обижу. Все. Недаром выносливость прокачали, друзья, потому что тоже блестящие монеты. Для чего они мне нужны? Давайте, предметы. Метка отважного охотника пробудится заново без потери отголоска крови. Отлично, могут помочь найти обратный путь блестящие монеты. Хорошо. То есть, например, я так понял, если блестящую монетку мы покидаем куда-нибудь, то там найдем. Давайте сейчас тогда, смотрите, мне по прямой, я так полагаю, собачек. Воу-воу-воу, я забыл, что и ты сейчас тут есть, братан. Все. Знаете, немножко так после того, как завалил церковное чудовище, себя почувствовал таким вот немножко неуязвимым, но потрясающая игра просто вернула меня обратно на землю. Так сказать, развыпендриваться я не успел особо. Где еще? Давай еще. Что ж ты? Ладно. Хорош. Давайте, где вы, пудели вонючие? Воу-воу-воу-воу-воу, братишка. Все, собачка. Иди сюда. Иди, иди сюда. Хорош. Ну, спускайтесь, милый. Я не знаю, кто вы. Полусобаки, полухерни. Давай. Хотел, смотрите, меня укусить, наивный. Ой-ой-ой, а вот это получилось, я лучше похилюсь. Все, и уходи, уходи. Так, я отхожу. И назад, назад. Все. Я похилюсь. Пузырек крови, аж 3 штуки. Все, пузырьки крови все полностью установлены, ребят. Там у нас что? Так, фу, главное вниз не упасть, потому что там... Да, там вниз по собакам и так далее. Я хочу сейчас теперь повидаться с этим охотником вонючим. Давайте, кстати, знаете, такие мысли, может быть, сейчас уже и... Место, вот помните, там баба говорила, типа, мне безопасное место надо, мне надо безопасное место, безопасное место, безопасное место и так далее. А, мозги мне канифорил, но просто, может быть... Прикол в том, что безопасное место как раз будет считаться, вот когда я церковную чудовище убил, и это место будет считаться безопасным. Хер его знает. Так. Здесь эти месье мудакьё с собаками ходят. Давай-ка. Все. Ну, агритесь на меня. Твари паскудистые. Ой-ой-ой, да-да, все, заметили. Окей.
Собачка. Иди-ка. Да что ж ты за говно-то творишь-то? Мудень. Собаки. Пора бы обратить на меня внимание, как... Все, 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 спалило. Все, хорош, одной собакой меньше. Где еще одна? Все, этого тоже заруби. Где еще одна собака, сука, паскуда, тварь? Ну, милый друг, давай-ка... Ну, потрясающе, что я могу сказать. Мычканули. Ой-ой-ой, как это ты ко мне успел подобраться-то? Незаметно, милый. Милый друган. Все. Похилились, давайте, ребят, все. Забираем пузырьки крови и так далее. Слушай, как он поднялся-то, как... По-хитренькому, не ожидал я от него такого. Фух. И к боссу, я так полагаю, тут вниз. Спускаться, лезть по лестнице. Тут у нас с вами, смотрите, стоит уже чертила. Потрясающе, я чувствую. Ты меня не запалишь сейчас? Так. И... Уходим. И... Раз, два, три. Раз, два, три. Фух. Все, мразота тоже. Пузырек крови, все подобрали. Так. Может, ты откроешь мне дверь? Грустно, хочешь, чтобы я открыл тебе дверь? Да. Не, небеса, мерзость. Ладно, не хочешь мне дверь открывать? Давайте тогда проследуем по дорожке. Тут тогда вниз. А, собственно... И по прямой. Сейчас давайте слезем вниз по лестнице. Самый низ. Проследуем. Главное там еще, помните, увернуться от такого камешка, который на вас летит. И, ребят, там помните, где босс еще была дорога вниз. Я считаю, дорогу вниз тоже прочекать надо. Может быть, а вот еще там тоже полезное есть. Мало ли что. Давайте здесь, кстати, тоже, по сути, можно просто тупо пробежать сейчас. Не буду я вот этих ползающих тварей валить мелких. Давай. Пошли, пошли. Оп. До свидания, до свидания. Ой-ой-ой. Я вижу, там, смотрите, собака какая-то огромная, видите? Там кто-то живет, я туда не пойду пока. Нахер надо там какой-то крысятница. Нам туда, наверное, ребят, рановато еще против этой крысы идти воевать. Нам сначала вон еще с боссом было бы неплохо вот с тем разобраться, братаном. Так, и вот как раз, по-моему, мы здесь появляемся. Да. Смотрите, сейчас, во-первых, сюда сходим. А, тут механизм как раз этот. Все, я понял. Так, мне сейчас главное не упустить момент, когда покатится камень. Да, вон там подожгли камень. Укатываемся в сторону. О! Ты чё это? Все, всех перебили, я так полагаю. Просто, видите, тут главное было реально зачекать момент, когда камень покатится. Ртутные пули, все это у меня есть. Слушайте, а куда этот сейчас камень улетел? Я так полагаю, внизу он... Внизу он и разбился от тех тварей. Но ничего страшного. Тоже неплохо. Так, сейчас тут два Бильбо Бэггинс, переросток и чертила со щитом. Ничего страшного. Но сейчас пока к кладбищу не пойдем, потому что там вот есть лестница вниз, ее тоже нужно посмотреть. Иди сюда, иди на меня. Все.
Даже не думай выпендриваться, братан. Так. Здесь у нас что? Здесь вот как раз-таки наверх дорога на кладбище, и там разборки и так далее. Я пока не хочу туда. Я хочу спуститься вниз, посмотреть, что внизу. То есть все сначала с вами посмотрим. Авось, может, лампа какая здесь есть полезная. Еще что-то. Может быть, дверь какая-то открывать, чтобы, опять же, сократить нам путь до этого босса. Церковный чудовище уже пришпорили мы с вами. Тоже неплохо. Я, кажется, ребят, понял, где я. Вот тут сейчас эта крыса стоит большая. Ну-ка. Да. Кабан. А вот туда дальше есть, наверное, проход какой-то или нет? Какой-то хряк. Ребят, из-за какого-то хряка вонющего я погибать не готов. А, ну, в принципе, я, наверное, понял, друзья. Это просто кратчайший путь. Если вот этого хряка завалить, это может быть какой-нибудь имбовый такой скриптовый герой, который не появится потом. То есть, если ты эту штуку крысу убьешь, она может потом не появляться, но, тем не менее, это как бы путь сокращает. Смотрите, вот этот Сократ просто тупо позволяет нам обойти огненный шар. Но мне кажется, с огненным шаром все попроще. То есть, просто прошел поверху, когда шар зажгли, отбежал, уклонился, всех этих солдат и так передавило. То есть нет, тут никакая... Просто реально тут спускаться вниз смысла нет, потому что этот путь не сокращает ни хера. Это просто как бы путь, наоборот, как обратный сейчас. Так, во-первых... Призрак. Так. Пошел чертов валить. Лучший выбор метательный предмет. Ну да. Я понял. Пока еще можно клинки совместить. Опа! Ай-яй-яй, да как не вовремя-то? Так, ладно, похилимся. А, ну вон пузырек крови, все, я в достатке. Фух, ребят. Сейчас будет мочилово с боссом. Если оно не удастся, то, ребят, на этом мы с вами закончим. Потому что все-таки, честно говоря, я немножко сейчас тороплюсь. Нужно уходить. И так мы с вами в этой части уже одного босса и церковное чудище завалили. И сейчас уже, смотрите, так два босса за один ролик. Вам... Это же круто. Лучший выбор — смертельная атака. Спасибо. Я понял. Мушкет тоже пригодится. Давайте, пошли, ребят, воевать с этим говном. Пройти сквозь кошмарный туман. Давай. Отец Гаскоин. Иди ты... В жопу! Уйди! Отец Гаскоин, вашу мать! Да не зажимай меня в уголочек! Да что ж ты... Уходи, уходи, уворачивайся от него, хилься! Я вижу, он мои... Да уйди ты! Уходим, хилимся. Мне сейчас, сука, воевать мешают эти... Да куда я... Могилы постоянно заколебался уже тыкаться в них. Да как он все равно, он... Смотрите. По мне, сука, попадает. Уходи, уходи теперь. Все, отлично. Да... Куда я хилься? Уходи. Все, его рубанули. Уходи, уходи. Что это за запах? Это запах взорванного ануса игроков, которые не могли тебя завалить, сука. Или это наш персонаж говорит? Да куда я? Да куда ты? Я вот только начинаю хилиться, он выскакивает, сука.
Попади хоть раз, ты по нему! Как угораздило, он двойными атаками вообще бьет. Уйди, все, чувак, мой. Ребят, смертельный так, я понимаю, тут лучший выбор, но мне проще так бить его. Воу! Уйди! Мой герой! Хилимся. Ну, сука, какой жесткий! А-а-а. Уходи, уходи, все. Все. Тоже неплохо, ребят. Что с ним? Нихера, это он мне говорил, что я там каким-то чертом стану, монстром и так далее. Уходи, мой друг! Да как? Просто, сука, наскакивает и наскакивает. Вот, ребят, пока хилюсь. Уйди, что ли? Хватит, чуваки, это жесть. Уходи! Так. Не успел. Пожалуйста. Пожалуйста. Уйди. Уйди, уйди, уйди. Перекатами, перекатами. Мой друг, хилься. Как он меня настиг. Не, ребят, это просто жесть. Воевать с этим сатаной надо просто уже под отдельный ролик. Это жесткач. Я на этом, друзья, с вами закончу. Но опять же, не превращался этот чертил в вот эту дерзкость валькирию. Он даже бить не позволяет. Он моментально кидается, кидается. Но убить его, опять же, ребят, можно. Потому что, видите, первый раз окей, когда я с ним встретился, в прошлой части это не в счет, потому что я вообще готов не был к этому. Я что-то шел, думал, мобов побьем, окей. И реально прям, правда, не был готов к этому. Но сейчас я уже, видите, шел подготовлен, осознанно, то, что да, окей, будем вот тут уворачиваться, биться с ним. Как-то уже какое-то представление о враге имел. И приличное количество жизни я ему снес, согласитесь, прям реально приличное количество. Ну, видите, опять же, возле центрального фонаря появились уже до босса шляпать не так и долго. Там просто спуститься вниз, пробежать мимо вот этих вот трупных херней, которые ползут еле-еле, и подняться обратно наверх, пробежать через второй мост, где еще ядро полыхает. Все, в принципе, реально и до босса уже конкретно добрались. Поэтому я на этом с вами, друзья, прощаюсь. До новых встреч, с вами был Эстер. Подписывайтесь на канал IGM, я уверен, этого босса мы с вами в скором времени замудохаем, и все будет хорошо. Что ж, до новых встреч, пока.